Подозреваемого в убийстве нашли. Больше суток на территории области скрывался мужчина, которого объявили в розыск. По версии следствия, 23 декабря в городе Миленки подозреваемый убил свою бывшую супругу в 8 часов утра. В подъезде жилого дома мужчина нанес 33-летней женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте до приезда скорой. Сам скрылся с места преступления. Больше суток мужчину искали на территории Миленковского района. У следователей была информация, что подозреваемый скрывается в лесах. При этом для людей он представлял опасность. При нем по-прежнему находилось орудие убийства. В следственных органах полагают, что его поведение было вызвано постразводным состоянием. Задержали подозреваемого ближе к вечеру 24 декабря в заброшенном доме на территории одного из населенных пунктов Миленковского района. Что касается погибшей, без матери осталось двое малолетних детей. Погибшая – порядочный человек, работавшая, имевшая двух маленьких детей. То есть, чтобы не было, как у нас все-таки в большинстве случаев, такого мнения, что убивают там на почве злоупотребления спиртными напитками, особо подчеркиваю, что пострадавшая имела достаточно высокий социальный статус. О детях погибшей заботятся близкие, родные женщины,